Это вы, Михалыч, с вами. Говорим о погоде на 25 мая. Мир вашему дому. По республике ближайшие сутки сохранится неустойчивая ветреная погода. Местами небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в горах юго-запада местами умеренный мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха северобайкальский, муйские районы ночью плюс 3, минус 4, днем плюс 10-15, местами до плюс 7. Прибайкальские, Хоринские районы ночью 1 плюс 7, днем плюс 14-19. Ну, не холодно и не жарко. Закаменские, Джединские районы ночью плюс 2, плюс 7, по юго-западу до минус 5, а днем тепло 14-19. Наша дорогая столица без осадка. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем 16-18. Атмосферное давление будет расти до 722 миллиметров ртутного столба. Чем больше жизнь дорожает, тем больше обесценивается. Любители легкой жизни обычно стремятся перейти в профессионалы. В нашей стране умирают легко, потому что живут трудно. А ТВ Михалыч, мир вашему дому, хороших выходных.